2 сентября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось собрание для новоиспеченных студентов, будущих журналистов, телеведущих и других специалистов медиасферы. Об особенностях образовательного процесса рассказали директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский и заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа КФУ Василий Гарифуллин. Первокурсники познакомились с будущими преподавателями, а также смогли задать все интересующие их вопросы. Мне ближе гуманитарные науки, и мне очень понравилась сама специальность, именно телевидение и профиль. Такого профиля в других институтах нет нашей страны, поэтому я приехала сюда, поступила. Это очень исторический университет, и здесь был Лев Толстой. Журналистика мне интересует, и поэтому я выбирал здесь. Привлек меня КФУ именно своим рейтингом в топе российских вузов, и именно поэтому я, наверное, и выбрала этот университет. На сегодняшний момент, пожалуй, очень душевно, преподавательский состав тоже не может не радовать, он вполне молодой, динамичный, и это, пожалуй, подкупает. К слову, как и все остальные мероприятия в ВУЗе, собрание прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Студенты находились в масках и придерживались социальной дистанции. Диана Жленкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.